Привет! Привет, YouTube! Всем здравствуйте! И я просто очень быстро и по делу решила рассказать вам об одном аромате. В Киеве сейчас осень, моя рука опять потянулась к осенним ароматам. Подоставала я закрома в родины и вспомнила о том, что у меня есть этот просто чудесный аромат. Я его люблю, обожаю. У меня с ним прекрасные, теплые взаимоотношения. Действительно, я его очень люблю. И это Нобеле 1942, кафе Шанталь. Многие о нем знают, многие о нем говорят. Но, тем не менее, я хочу тоже сказать о том, что я признаюсь в любви публично этому аромату. Девчонки, на самом деле он просто прекрасный, 75 миллилитров, его не так сложно купить, это будет стоить около 80 долларов. Я считаю, что за 75 миллилитров такого чудесного аромата, который такой красивый, крышечка тут металлическая, она такая тяжеленькая, знаете, ну уронить прямо можно, разбить кафель. Хотя сейчас в новых версиях другая крышечка, я видела попроще. Мне повезло, я еще успела купить. Вот уже так вот отпито, елки-палки. Я его так берегу, ну, на самом деле, это для меня сокровище. Люблю его сильно, поэтому никому не хочу даже давать. Ни дочке, никому. И сама пользуюсь не так часто, потому что очень его люблю. Ну, на самом деле, это, наверное, неправильно. Мы покупаем такие для того, чтобы ими наслаждаться, в первую очередь, самим. Поэтому, если духи нравятся, нужно ни капельки не жалеть и пользоваться ими. Это я в первую очередь говорю себе. Итак, кафе Шанталь. Мало кто говорит, что в переводе это вообще поющее кафе. Или кафе, в котором поют. Но по логике и транслейту, это именно кафе поют. Поющее кафе. Кафе, которое поет. Ну, в общем, я же такой там перекладач с французской, что, простите. Ну, в общем, кафе, понятно, шантант, чантант – это поющее. Для меня это осенний аромат, и я перед тем, как перейти к официальной пирамиде, все-таки нанесу его на себя, девочки. Это просто. Это такая осень, это такая теплота, это такой, знаете, и ваниль, и мускус, и анис. Вообще, почему я захотела его купить? Потому что анис я обожаю, звездочный анис. То есть, знаете, да, такая звездочка, которую... Это специя такая, она на апельсин высохший похожа. Ее добавляют в глинтвейн. Я вот его очень люблю, его аромат. Его редко где-то ложат в пирамиды, я не знаю почему. А если и ложат, то в такие жестко восточные. Этот аромат европейский. На самом деле это итальянский бренд, и он делает европейские запахи для нас, для европейцев. Но вот этот аромат, он все-таки гурманский, и он про осень, про теплоту, про специи, про ваниль. Ну, кафе, понятно, да? То есть про какие-то десерты, про какой-то запах вот этой вот ванили, которую используют для приготовления шарлотки, каких-то сладостей, вот этот аромат об этом. Давайте теперь конкретно по пирамиде. Начальная нота — вишня. Да ты шо, вишня? Вот вообще даже не знала, что она тут есть. Вишня, звездочный анис, все-таки лавр. Лавр очень нежный. Это не тот лавр, который в Blackberry Bay, Джо Малона. И это не та ваниль, которая в Пакарабане в Олимпии. Ну, знаете, да, Олимпия, она такая карамельно-соленая. И вот у них есть версия Intense. Она прям очень там явно слышен такой тяжеловесный такой лавровый лист. Здесь, но нету его. Ну, в смысле, в прямолинейном смысле здесь нету никакого лаврового листа, хотя он заявлен в пирамиде. В начальных нотах. Дальше нота сердца, гелиотроп и ирис. Видите, все-таки этот звездочный анис дополняется теплый, дополняется прохладным ирисом. Ирис тут такой
очень похож на Прада Ирис, такой интеллигентный, не кислый, очень классный, такой сбалансированный Ирис. И конечная нота, бензоин, ваниль, пожалуйста, мускус и пачули. Пачулька такая классненькая, веселенькая, женственная, ненавязчивая, не земляная, не мшистая. Это какой-то просто кайф, это наслаждение, это женственность во флаконе, теплая осень, разноцветные оранжевые, красные листья, сухие. Он не тяжелый, но он шлифит так, что если вы его на себя нанесете, это просто вся улица будет знать, что вы тут живете или прошлись. Очень стойкий, стойкость 10 из 10, его даже в течение дня не нужно обновлять. Я, конечно, приходила вечером домой и на себе его не чувствовала, но муж говорил, что я всегда переспрашиваю, а чувствуешь ты на мне аромат? Он не сомневался, то есть не, без сомнений сказал, что да, я чувствую. Он у них, правда, не разбирается, какой-то аромат, какой аромат он сказать не может, но он четко сказал, что да, он чувствует на мне какой-то приятный аромат. Но, и как сказать, в чем прикол? Я его люблю носить, девочки, вы не поверите, дома. Вот он мне про выходные дни, когда хочется поваляться, посмотреть какие-то сериальчики, вообще ничего не делать, если есть, конечно, такая возможность. В общем, он не настраивает на какую-то такую профессиональную деятельность, он не собирает, скорее всего, он наоборот расслабляет. Вот если вы хотите просто пообщаться со своим любимым человеком, побыть с детьми, побыть дома, что-то подготовить, что-то не подготовить, просто почитать. Вот вы берете, наносите это, и пусть весь мир подождет. Все, я придумала слоган, официальный слоган для Нобеля 1942, кафе Шанталь, и пусть весь мир подождет. Где мои роялти? Девочки, очень рекомендую, классный аромат, очень недорого, достойно и уникально. Если вы до сих пор еще со мной, жду от вас лайков, подписывайтесь на мой канал. Идите в мир, и пусть он наслаждается нами. Всего хорошего. И, может быть, мои видео будут вам также полезны, поэтому до встречи.